Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ, уже совместно с Team Empire. Ну и мы начинаем трансляцию 6-го выпуска RTRTI. А, собственно, как все протекает и почему сегодня выпал выбор наш на команду Empire? Безусловно, интерес к Empire сейчас максимальный, потому что команда играет у нас в ЕС-портале. Ну и в связи с этим мы решили сегодняшний выпуск полностью посвятить данному коллективу. Они, безусловно, являются фаворитами на ЕС-портале, поэтому из актуальных турниров мощнее, чем ЕС-портала, нет. И команда, которая имеет максимальные шансы, это все-таки команда Empire. Ну что, мы решили посмотреть, как Empire играли год назад, как они выступили у нас на 14-м интернешнале. Выбрали именно этот турнир. Ну, я думаю, по объективным причинам вы все их понимаете. Выбрали именно этот турнир и посмотрим сейчас, как Империя выигрывала, как Империя проигрывала, где слабые стороны, где сильные стороны. Ну и потихонечку постараемся разобраться в мете. Несколько статистических данных дам по ходу. Ну, все, в общем-то, что у нас в Retro International зачастую используется. На данный момент первым на сегодняшний день матчем стал матч команды Empire против коллектива Fnatic. Коллектива, который, по сути, сейчас уже в том виде, в котором он играл на 4-м интернешнале, уже не существует. Я думаю, вы все в курсе, что Fnatic теперь это Team Malaysia, и там совершенно другие лица играют, никак не связанные с прошлой вот олдовой командой. Игроки все поразбежались кто куда, кто в европейские составы, кто вообще в интернациональные. У Empire тоже произошли изменения, отходя от 2014 года. Изменения не настолько глобальные, конечно же, как в команде Fnatic, но люди в любом случае поменялись. Сразу давайте обращу ваше внимание на состав по игрокам. Мак у нас в составе Team Empire. Теперь, я думаю, все в курсе. Мак играет у нас против Empire. Ближайший матч, который будет, в общем-то, по графикам 2 или 3 числа, в зависимости от того, как там на ЕС-портале разберутся организаторы. Мак играет за коллектив Vega Squadron. В 2014 году он же играл за команду Empire, и на пике Мак, как наиболее опытный, а игрок действительно очень опытный, поигравший в свое время и в европейских, в СНГ коллективах, тот же LGD International, чего стоил. Жить, тренироваться в Китае, в общем-то, в Мекке на тот момент Доты. На тот момент и на момент, наверное, 2012 года. 12-14 как раз четные годы. У нас полная буфанада была китайских коллективов. Соответственно, в нечетные 11 и 13, я думаю, вы помните, это Na'Vi, это Альянс в 13 году. И кто теперь будет в 2015, узнаем. Также в составе Empire играл OneScore. Сейчас OneScore, соответственно, играет за другие коллективы, то есть OneScore свое отыграл в Empire, благополучно покинул этот коллектив, ну и, естественно, на его место добрали Aloha Dance, а вместо Мага, соответственно, играет сейчас Йоку. Молодой, перспективный, заменил опытного и вполне состоявшегося игрока. Ну что, по пикам давайте сразу разберемся. Так, где музычка наша? Музычку Дота не дает. Странно, почему. Одну секундочку. Как-то грустно без Дота музыки. Нет, наверное, уже музыки вплоть до матча не будет. Да и пес с той музыкой. Ну что, давайте разбираться по пикам. Кто у нас вообще в мете был того времени. И посмотрим заодно, кого выбирала команда Empire. Фнатики отправили у нас в бан уже Бэтрайдера. Тут даже отлетел Void, Клинкс и Пак. Ну, На самом деле Бэтрайдер, кстати, вот это вот мета плотнейшая 2014 года. А, и так меня магом, да, в чате чертыхают. Да, все верно, ребята, извините, небольшой сбой в голове случился, я с годом его перепутал. Да, маг у нас там не играл, маг у нас плоть на СНГ Дота. Ничего страшного, это мы это вырежем, вы это на повторе не узнаете. Ну что, Бэтрайдер у нас отлетает в бан от команды Fnatic, Void туда же Клинс, и туда же отскакивает у нас Пак. Ну, из меты прошлого года, вот Бэтрайдер, как я помню, а в этом случае мне память не изменяет, Бэтрайдер,
ну, просто обязательно был либо в бане, либо в пике. Без него очень редкие матчи вообще проходили. Ну, и один из наиболее популярных игроков, независимо от коллектива в принципе. Со стороны команды Empire. Висп отлетает в баню. Висп и сейчас, кстати, со стороны Empire является одним из наиболее популярных игроков по вопросам бана. Также отлетает в баню Тинкер и Лондруид вместе с Думом. Дума уже 1000 лет, ну, к 2015 году, вот конкретно к июню, к июлю даже уже сегодня. Уже очень давно не видели Дума, о Лондруиде я в принципе молчу. Его как ни бафали, как ни поднимали, как ни добавляли агоним, всем абсолютно плевать на этого героя. Тогда Лондруид был еще в мете, это еще такой олдскульный привет от 2013 года, от Адмирала Бульдога и от всех, кто действительно зажигал очень плотно. Китайцы тоже зажигали достаточно серьезно на Лондруиде. Ну и Team Empire забирает себе Урсу в роли керри, Скай Асмак у нас в роли саппорта, и Ликан тоже у нас для Team Empire. Еще раз повторю для всех, я не смотрел этот матч предварительно, чтобы сейчас, в принципе, хоть какую-то новизну он для меня имел. Конечно, в процессе International я этот матч наблюдал, но как-то освежать события я их не освежал в голове. Ну и Empire Ликана забрали, есть подозрение, что Ликан скорее всего, отправится на мидлейн. Со стороны команды Fnatic отлетает в пик у нас Вивер и Энча вместе с Энигмой в одном пике. Интересная история. Вообще, кстати, по команде Empire давайте немного статистических данных приведу. Команда Empire в данном турнире имела средний ГПМ 1993. Голды это было на команду в минуту, ну и experience за минуту 2062. Ну, за матч делали в среднем 25 фрагов и 26 раз команда Empire умирала за матч. То есть статистика негативная, статистика не самая приятная. Ну, Empire и выступили тогда, я думаю, вы помните, не лучшим образом. И группа, это все, чего Empire удалось вообще в групповые этапы, это все, чего Empire добился в этом году. Ну и 55 ассистов было у Empire. Из 15 матчей Empire выиграли тогда только 6. Но 12-е место, которое заработало в итоге команда Empire, не позволило им, в общем-то, дальше продвинуться. И плей-офф, и вся эта история, борьба за громадные деньги, все это осталось вне российского коллектива. Ну и последним, на данный момент, четвертым пиком отлетает для команды Empire Rubik. Фнатики же, в свою очередь, отправляют у нас Тайдхантера в бан и последний бан от Team Empire. Думают долго. С другой стороны, команда Fnatic готовилась, видимо, усердно к Empire, и тоже практически все время использовали. Отлетает у нас в баню Виномансер. Ну, в 2014 году, прошу заметить, этот герой был популярен, причем популярен на вообще на множестве линий. Много амплуа было этого героя. Он мог быть и саппортом, мог быть и керри, мог стоять на мидлейне, причем стоял на мидлейне и выигрывал игры. Как в частности было для команды Na'Vi против Клаудов. Матч, кстати, который в одном из выпусков RTRTI у нас есть. Там, где Na'Vi одну катку у Клаудов взяли, и взяли по большей части благодаря Фаннику, который у нас на Веномансере отстоял очень круто. Фнатики забирают себе Медузу последним пиком, ну и укомплектовались. Фнатики, европейский коллектив, забирает себе Медузу, Вивера, Энчантрес, Энигму и Брюмастер тоже отлетает в пик коллектива Fnatic. Ну и со стороны Team Empire. Тут копейки вообще по секундам остались. Последний пик, сейчас узнаем, кого Империя заберет. Ликан уже есть в пике. Скайра Смак, Урса, Рубик и последний выбор команды Empire. Я так понимаю, оффлейнер, скорее всего, отсутствует в данном пике. 5 секунд на все про все. Дарксир. Тоже достаточно популярный пик у Empire. И сегодня Дарксир является одним из наиболее пикабельных героев. Вот, поэтому не так уж и много чего поменялось. Ну, то есть, есть, в общем-то, отличительные особенности конкретно того времени, но есть и моменты, которые сегодня тоже являются актуальными. В частности, этот постоянный бан Веспа и, в частности, Дарксир тоже является одним из наиболее популярных героев для команды Empire.
Скайрес, Мага уже давным-давно забыли. Урсу когда-никогда все-таки забирают команды. Ну, от Empire это не часто. Тем не менее, по пикам, в общем-то, интересные моменты уже присутствуют. Ну что, у нас включилась музычка наконец-то. Слишком долго я доту держал на паузе, и музыка просто отказалась играть. Теперь вот вроде как дела наладились. Ну что, небольшие приготовления, и перейдем к этому матчу, и там уже по ходу будем разбираться, что да как изменилось. No Tail забирает себе Enigma. Fly будет играть у нас на Инче. Эра будет отыгрывать на Вивере. Trixie забирает себе Брюмастера. И Хани играет на Медузе. Со стороны команды Empire Mag будет играть на Дарксире. Always on offline на Рубике. Resolution отыгрывает на Ликане. И OneScore на Скайрес Маге. Silent будет играть на Урсе. По героям и по амплуа вообще конкретно игроков, в общем-то, ничего нового Empire здесь не выдумывали, играли в свою игру, и результат она им, так, слегка приоткрою занавес, принесла для тех, кто не смотрел этот матч. Ну, по вопросам ГПМа и XPMа чуть-чуть попозже эту инфу я вам расскажу, инфа, которая касается конкретно статистики. Сравним с нынешним матчем, насколько сильно Empire отстают или насколько же не опережали в этом матче свои средние показатели по голде, по экспе, да и по киллам. Ну что, файт начинается. По расстановке лайнов команда Fnatic, в общем-то, тоже по стандартной олдскулдовой схеме у нас играет. Брюмастер отправляется на сложную линию, мидлейн будет у нас для Медузы, на которой играет Хани. Флай на Инче отправляется в лес. Эра на Вивере. И жду Энигму. Но Тейл пока что смещается вниз. Но это все благодаря Эдолунам. И я так понимаю, Энигма будет отсюда куда-никуда, но все-таки отходить. Потому что стоять и красть экспириенс у Брюмастера хуже преступления в доте просто быть не может в принципе. Посмотрите на этих красавчиков. Они еще здесь стояли. И этот красавчик, конечно же, тоже стоял в своем старом Рошпите, который совсем недавно у нас компания Valve и разработчики Доты, все в лице Айсфрога и прочих, перенесли в новое место. Уже как-то и непривычно. Каждый выпуск RTI, кстати, после обновления в Доте, меня немножко удивляет еще и конкретно своей карты. Вроде все так, как было, но с другой стороны все вообще не так. Те же Эншенты, еще раз повторюсь, тот же Рошан, деревья, которые здесь невозможно проесть и невозможно выйти. Ну, вроде бы мелочи, а к мелочам этим достаточно быстро привыкаешь. И такая особенность, видимо, игроков и тех, кто не только играет, но еще и наблюдает за дотой. Вот сейчас, я же говорю, еще раз смотрю, и ребята как будто играют в другую доту, хотя это было меньше года назад. Ну что, мидлейн, Resolution у нас. 7-2 крипстат у него против Resolution Хани. Стоит со счетом 5-2, и видно, что Resolution пока что перефармливает Медузу, но это неудивительно. Во-первых, Resolution у нас больше дэмэджа имеет, во-вторых, Resolution у нас милишный герой. Я думаю, что нет смысла объяснять, почему милишнику гораздо легче фармить, чем это делать приходится рейнджевому герою. Через моношилд идет Хани, никаких таких раскачек по типу Mystic Snake плюсы. Через мана-шилд, причем на первом же левеле. Ну, я так понимаю, был шанс. Не был шанс, точнее, было предположение у Хани, что харасить его будет Resolution, ну и мана-шилд, наверное, явно не лишним будет. Ну и Resolution через волков, через Хаули и, конечно же, через Feral Impulse идет Ликан. Так, Курьер Дайр у нас в это время развалился и забирает его OneScore. Скайрес Маг отправляет Курьера отдохнуть. Ну и Флай выходит на линию. Цеплять, в принципе, уже некого. OneScore свое грязное дело темное сделал и спокойненько отсюда ушел. Ну и Флай под смоком вместе со своими кентаврами. Далеко, конечно, не уйти кентаврам. Тут уже заканчивается КД, и я думаю, что Флай его выход ничем не уменьшается. Ну что, поймали у нас No Tail. No Tail очень быстро разваливают. Пошел замес у нас еще и с Trixie в главной роли. Trixie вместе с Always... Вместе с Флаем на Инче забирают Always Wanna Fly. OneScore на Скайрес Маге на лоу хп. Ну и здесь кентавры
свое дело сделали. Одного потеряла Инча, причем потеряла просто по таймингу, а при этом один кентавр тут половину дела сделал вообще для команды Fnatic. Empire уже проигрывает 2-1 по фрагам. 3,5 минуты сыграно. Империя 1000 по голде ввела по экспириенсу Fnatic. Впереди на 750, но графики у нас, как я понимаю, еще не обновились. Это все после First Blood плюс забранный курьер. Ну, по расстановке лайнов. В общем-то, ничего удивительного со стороны Empire. Керри фармит на легкой линии. Это Silent недалеко от Керри у нас. Саппорты, кто в лесу, кто в лесу. Вот, ну и Silent пока что в соло фактически фармит линию. Экспо у него флай не крадет, что безусловным плюсом является. И лесные приключения от Ванскора. Где-то кому-то настакал, куда-то вышел, где-то крипа подстилил, где-то забрал курьер. В общем-то, пока что выкручивается как может. Резолюшн на мидлейне. 24 на 5 у него крипстат против 22 на 8 от Хани. Медуза уже с двумя рейсбендами. Вообще нестандартная схема. Кто так собирается, кроме шторма, во все бомжовые артефакты? Ну, на мид поставили, Медуза и ведет себя как современный мидер. В пример разве что Шторм Спирита могу привести, которого даже Дота заставляет собирать в несколько нул талисманов на ранних этапах. Здесь Медуза и ради дэмэджа, и ради скорости атаки, в общем-то, нормально. Потом эти рейсбенды, естественно, в никуда отправляются. Ну, для Медузы ситуация поприятнее. Все-таки один рейсбенд можно потом превратить в Аквилу, чем она у нас 100% и займется. Ну, и с этим артефактом чуть ли не до лейты можно бегать, пока серьезные артефакты не появятся. У команды Empire на сложной линии маг на Дарксире. У него Soul Ring уже есть. Есть Ring of Regen, есть Boots of Speed. И немножко остается сыру до... Так, Урса. Урса в это время у нас забирает еще раз Ноутейла. Биг Дэдди отправляется в таверну. У Сайлента уже два фрага. У него 0 смертей, 2 фрага. 30 на 6 крипстат. И по нетворсу, я так понимаю, он впереди. Да, 300 у Сайлента. У Резолюшена на мидлейне на Ликане 2500. И он чуть-чуть совсем обгоняет Медузу. Но это вопрос одного крипа. В общем-то, Медуза... Нет-нет, да и рассыпется. Ну что, по... линиям давайте пробежимся и в среднем расскажу вам, кто сколько вообще зарабатывал. У самого Резолюшена, который сейчас является капитаном команды Empire, на тот момент средний ГПМ был 484 и experience per minute был 495. Ну, в данном матче будем попозже немножко сравнивать. Silent, в свою очередь, фармил поинтересней. Так, Триксик сейчас у нас еще раз отвалится. Ну, сложная линия для Брюмастера просто в адовую линию превращается. Так вот, по Сайленту, возвращаясь к его среднему нетворсу и вообще ГПМу, 546 ГПМ у Сайлента и по экспириенсу 536. И в среднем фармил просто как не в себя у нас. Сайлент у него 536 XPM, да, у него 296 крипов за один матч. Ну и средний КДА положительный 7-5 и 11 ассистов. Тут, в общем-то, не придраться. К самому туда можно было и побольше убивать, но, с другой стороны, убивали бы побольше, не были бы на 12 месте, наверное, прошли бы куда повыше. Из 15 игр всего 6, напомню еще раз, Empire на этом турнире выиграла. Как дела там у мага? Были, есть и... У мага появляется Chainmail. Разумеется, Ring of Regen, все это попытки выйти магу в Мекку. Мека должна быть относительно ранее. Так, у нас зацепили его на флая через Primal Split. Трикси развалил саппорта команды Empire и просто спокойненько отсюда уходит. И погоня за ним как таковая состояться не может. Гнать его просто неким и незачем. Полетал в ветрах Ванскор. В это время Трикси просто возвращается на собственный лайн. У оффлейнера коллектива Fnatic уже есть Аркан Буцы. У него чуть-чуть мелочи осталось. Как там дела у Сайлента? У Урсы, на которой играет у нас Сайлент, фейс Буцы уже имеется. И посмотрите на деньги наличные. У Сайлента у него уже 2000. То есть Dagger появится вот-вот. И согласитесь, Dagger очень ранний, потому как... ну, до 9 минуты собрать Dagger, это прям, короче говоря, меньше, чем за 9 минут. Это достаточно круто, и команда Fnatic просто непозволительные вещи разрешила сделать коллективу Empire. Глянем,
как там Silent будет отстреливать уже с важными и необходимыми стартовыми артефактами. В принципе, деньги у Silent уже имеются. В это время Fnatic, их керри, Эра уже заработал себе на Hand of Midas, и появляется у Silent этот заветный артефакт, появляется у него Dagger. У него есть Dagger, у него есть фазы. У него Earth Shock уже 4-го левела, в общем-то и пассивка, и ульта, все это имеется, не сильно прокачанный, но с другой стороны, много Урси сейчас не нужно. Тот же Трикси неоднократно умирал, и... Нет, точнее, умирал он один раз, но видно было, что Трикси сыпется, и сыпется достаточно плотно. Резолюшн, в свою очередь, собирает себе уже Владмер, у него есть тапок Владмер и копейки на руках, ну и, в общем-то, команда Empire могла бы идти на Рошана. Деньги есть на артефакты. Артефакты куплены. Необходимые все мекки у Дарксира пока еще нет, но это просто копейки остаются магу. Ну и, в общем-то, на Роху заходить, например, тот же Silent вместе с Резолюшеном могли бы. Как и Резолюшен мог бы в соло забрать Рошана, как и Silent мог бы забрать Роху, если бы где-то рядом Резолюшен стоял бы. Просто Владмир сам по себе нужен Сайленту. Эффект от него, поэтому можно и подойти Роху уже забрать. Но пока что команда Empire занята немного другими вещами, пушит нижний лайн. Ответ от команды Fnatic идентичный. Абсолютно зеркальная ситуация. Команда Fnatic сама вышла на Т1 по легкой линии для себя. Ну и в это время Empire забирают у нас Т1 по легкой для себя. Все, развалили тавры, обменялись любезностями. Счет равный, счет по вышкам равный. Ну и по голде Empire впереди на 500, по экспириенсу впереди Fnatic'и. Впереди они на 1000. У Тейла, кстати, баклер имеется. Деньги на хедрес тоже для Энигмы есть. Ну, появится ясен пень, что попозже, чем у мага Мека. Поэтому команда Empire на ранних минутах более боеспособна. То есть есть стартовый необходимый артефакт. У меня немножко есть вопросы к Сайленту в данном случае. Потому как Dagger куплен. Деньги потрачены, ну так эти деньги надо во что-то реализовать. Ну вот Резолюшен вместе с Сайлентом отправляются на Роху, и, в общем-то, для этого-то и собирался Владмир. 11-я минута, Рошан сейчас, скорее всего, будет падать. Увидели крипа. Крип отсюда уведен. Ну и это крип, естественно, он спалил бы всю эту ерунду. Так, пошел у нас врыв на мидлейн. Сайлента видят. Сайлент просто отсюда уходит. Блэкхол пошел от Ноутейла. Кентавр топает по голове Сайленту. Стяжка пошла у нас от мага. Волов реплика до сих пор нет. Резолюшен врывается на Ноутейла. Ноутейла расковыряли. 4-4 становится счет. На лоу хп здесь Сайлент. Где, кстати, Сайлент от огрызу? И Резолюшен на лоу хп. Просто в кусты. Из кустов дальше за Хани. Сайлент под Айншеллом. ХП у него немного, но он при этом дерется. И дерется достаточно уверенно. Команда Empire просто делает минус 3 в этом файте. Летает ветра, бедняжка Резолюшен. Возвращается у нас Трикси в обычную форму. И Empire делает минус 4 на ровном месте. Счет становится 7-4. Естественно, как бонус можно забрать и вышку. Ноутейл. Просто Midnight Pulse под ноги, но не самый удачный. То есть с этой позиции элементарно падает тавр. На лоу ХП здесь был и Always on a Fly. Но главное, что Always on a Fly не умер 4-й раз. До этого Fly 3 раза у нас уже скончался. И, в общем-то, это 75% всех смертей команды Empire. Ну, вот это вот мечта, не мечта, точнее, а планы зайти на Роху, я так понимаю, откладываются ненадолго. Команда Empire и так заработала достаточно деньжищ. Вот, поэтому подраться за Рошана сами смогут. Да и если не будет команда Fnatic драться, то развалить Роху достаточно быстро может команда Empire. Ну и давайте смотреть, во что у нас Silent будет собираться на Урсе, на которой он играет. Уже есть 1800, в общем-то, если БКБ, то БКБ может уже сейчас начать появляться на данном герое. В принципе, от стаут-шилда избавиться пора бы. Маг просто собирает деньги, будет на целый артефакт, на целую шмотку, наверное, купит. Вообще, давайте по крипстату разберемся, кто на каком месте, и чуть-чуть по статистике, как Empire у нас фармило в то время. 74 у Эры и 72 у нас у Хани. Его оставили в покое. И Хани на мидлейне, во-первых, фармил все время, пока Резолюшен у нас бегал в смоках вместе с Сайлентом. А во-вторых, Хани имеет возможность фармить достаточно быстро. Для этого необходимы стаки. Фнатики об этом позаботились. Ну и у Медузы у нас топ-крипстат на карте. А вот по нетворсу Медуза на 4-м месте. Она уступает даже Эре.
на Вивере. Ну, естественно, здесь Hand of Midas от Вивера сильно решает в данном вопросе. Ну, понемножку, по чуть-чуть. Хани, конечно, выйдет в топ. Медуза создана для того, чтобы фармить. Ну и вот команда Empire не додавила Рошана. То есть попытки стартовые ни во что не превратились. И Роха начинает сыпаться для команды Fnatic. При том, что у команды Empire все герои, ну, кор-герои так точно, заточены под Рошана. Роха должен, по идее, разваливаться, а здесь в итоге всей толпой, всеми бомжами, которые есть у команды Fnatic. Пожалуйста, тебе и Делоны, и от Fly, я так понимаю, кто-нибудь еще должен был бы прилететь. Ну и Роха, уже у нас лоу-хпшный, команда Empire. На хайграунде Silent врубает у нас ульт. Пошел залет на хайграунд. Fly просто рассыпается моментально. Midnight Pulse под ноги. Пока что 4 в 5 играют команды. Без Fly приходится драться команде Fnatic. Хила здесь не будет. Полетел кирпич в ванскора. Через Primal Split старается расковырять у нас ванскора Трикс. В итоге умирает у нас Enigma. Wall of Replica закончился. И Роха у нас падает за... Роха у нас падает для команды Fnatic, а вот Aegis забирает себе Урса. Ну и Trixie тоже отправляется в таверну. Команда Empire со счетом 12-4 просто издевается над командой Fnatic. Еще и забрали Aegis. Ну, деньги Fnatic им капнули, а вот какой-то профит больше не удалось извлечь европейскому коллективу. Silent просто на одиноком подошел, спокойненько забрал себе Aegis и... Для него, в общем-то, эта проблема и не стала. Ну, вангвард есть у Урсы. Урса тогда еще у нас плотненько зависел от ХП, от количества ХП. Ну и вангвард был достаточно мейнстримом артефактом. Тут Silent по чуть-чуть, понемножку, не сказать, что это сильно бомжовые артефакты. Это, естественно, хорошие, средние такие начальные артефакты, которые до середины игры будут приносить пользу. Silent... Уже с вангардом, у него 2 стон на руках, у него есть даггер, у него есть фейсбуцы, базилка. Всего по мелочи, но к Урсе лучше сейчас не подходить. 6-0-4 у керри коллектива Empire. Давайте посмотрим, как там у нас Резолюшн поживает. У Резолюшна уже некрономиконы первого левела, у него есть Владмир, и так тоже, в общем-то, по мелочи, но это все денег стоит. Ботл, например, и Power Threads, это вам не шуточки, это 2000 голды. Не у всех есть. Вот у Инчи вообще за всю игру таких денег не было, как у Сайлента вот такие обязательные и не очень полезные в файтах артефакты. А вообще, кстати, у Сайлента, у Резолюшна, прошу прощения. Вообще Резолюшн в среднем у нас за игру... Сейчас скажу. За игру в среднем 6 киллов было от Резолюшна, 4 смерти и 10 ассистов. Ну и ГПМ для Резолюшена 484, средний за матч, experience per minute у него 495, 255 крипов на фоне Сайлента, у которого 296. Ну, в это время команда Empire быстренько расковыряла Роху у нас, Роху, Инчу, конечно же, у нас расковыряла на топ-лейне, выход на линию, забрали одного героя, отправились дальше в путешествие. К чему, собственно, эра у нас движется? Эра, видно, что по олдскульной сборке тут понятно, что это будет, скорее всего, Линкенсфера для Вивера. Только вот не очень понятно, что в итоге Виверу принесет Линкенсфера. Сейчас Empire выигрывают 6000 по голде, они выигрывают 3,5 по экспириенсу. И эра у нас просто как бы не боец в соло. Толпой с командой мог бы эра прилично стрелять, даже того же Сайлента. Для этого команда Empire просто должна была... В этом матче руки опустить, чтобы стоял себе спокойно эра и по 20 дэмэджа, который он наносит, бил очень долго. Ну что, Хани у нас проседает плотно по ХП, ману уже почти всю выжгли. Маны вообще ни на что нет, а с другой стороны и тратить ее не на что. Мистик Снейка так и нет. Ну и Рубика потеряла команда Empire, сейчас становится 13-5. Wall of Replica падает, и с некрами команда Empire начинает давить. Т2 по нижнему лайну. Некра есть, некра рабочие. Да, всего лишь первого левела. Или второго уже. Нет, первого левела, да. Первого левела некра, вторые у нас только в стэше лежат у Резолюшена. И падает тавер по нижнему лайну. Видно, что Empire в быструю доту играют и могут дать себе отчет, зачем брали Ликана, например, того же, зачем брали Урсу. Все понятно. Зачем Урсу брали, точно мне понятно, потому что 6-0-4 счет у Сайлента. По крипам тоже все великолепно. По нетворсу он на втором месте уступает только собственному тиммейту, мидлейнеру команды Empire, Резолюшн.
Ну и вообще, три первых нетворса на карте принадлежат команде Empire. Тут они явно посильнее европейского состава команды Fnatic. OneScore. Посмотрите, какая самоотверженность вообще у нас от саппорта Империи в этом матче. Silent теряет Aegis. В итоге маг. Хватило маны на Surge. Не тратит ХП, чтобы Solring себе. Solring, точнее, ману отхилить. Ну, отошел на безопасное расстояние. Silent, скорее всего, будут разменивать. Нет, Silent на развороте еще и Trixie расковырял. Развалил Trixie. 933 голды подарил Медузе. Не самый приятный подарок для команды Empire, а вот Фнатики где-то как-то закомбэчить-то могли бы в данном случае. Надо, чтобы хотя бы какие-то маломальские артефакты появлялись у Хани. Пока что ничего интересного. Доминатор есть, есть Яша и Медуза. По мелочи, но у нее нет тех базовых скиллов, вот, дополнительных фишек, которые, в частности, Дота подарила герою. Я говорю сейчас в сравнении, безусловно, с Урсой, то есть... Я думаю, вы понимаете, что ловкач Урса, который зависит у нас от ХП и, по сути, зависит от силы, речь идет сейчас об инрейдже, может позволить себе при этом собирать мистик став, собирать себе хекс, который, я так понимаю, Silent в этой игре себе соберет. То есть за героя уже побеспокоилась сама Дота. Главное, вовремя нажимай кнопки, главное, знай, как пользоваться всеми фишками этого героя. У Медузы ничего такого нет. То есть, ну, Стоунгейс она прожмет или включит стрелы. Если дэмэджа нет, если артефактов не хватает, артефакты надо конкретные вполне покупать Медузе. Просто какие-то, тот же, например, Хекс, надо собирать Медузе, ну, согласитесь, немножко тупенько все бы это смотрелось. Бить тогда в таком случае становится нечем. Урса и голый бьет достаточно плотно, то есть, я думаю, вы это знаете, что от скиллов Урса зависит... Ну, я думаю, процентов 80 успеха в файте самого героя. И там уже все остальное, это реализация, это тоже важно, конечно, но скиллы есть скиллы. Урса может голый, например, забрать Роху, если рядом бы пробегал резолюшн с Владмером и постоял бы там минуточку на Рошане, то Урса мог бы справиться с ситуацией 100%. Может ли Медуза сейчас соло забрать Рошана? Нет, ни в коем случае не может. Даже со всеми своими артефактами. Ну что, у нас пошел файт. Поздняя была реплика у нас от мага. В итоге... Немного совсем иллюзий у нас для команды Empire. Стоунгейс пошел от Медузы. Стараются отсюда свалить. В итоге разменяли Эру и потеряли Флая. Дальше погоня пошла за Ноутейлом. Silent готов файтиться. Ноутейл отсюда улетает. Причем на лоу ХП. Trixie поймали. И Trixie после Primal сплита, естественно, никуда отсюда уже не уходит. Счет становится 18-6. Ну и по фрагам Empire просто давит команду Fnatic. Да и вообще по... С какой-то психологической точки зрения тоже команда Fnatic в очень неприятном, в очень неприятной ситуации находится. У мага на данный момент уже 6-0. Счет у Silent 8-1. У Резолюшена. Так, Резолюшен, покажись. Что вы мне волков подсовываете каких-то. 3-0 Резолюшен. Короче говоря, все, кто должны убивать, убивают. Команда Empire здесь, в общем-то, на ходу. Ну, этот матч они, правда, отыграли прям великолепно. Давайте посмотрим ГПМ, сравним. 547 у нас Резолюшена на данный момент. 538 у Сайлента. Резолюшен свой стандартный ГПМ превзошел. Причем так плотно у него средний ГПМ 484. Сейчас 543. Ну и Сайлент вот уступает. Хотя и счет вроде у Silent достаточно плотный, и сам по себе Silent очень быстро развивается в этой игре. У него уже есть Ultimate Orb, и совсем немного, да вот, в общем-то, деньги есть уже на хекс для Silent. Осталось просто сгонять курьером в Secret Shop. Все, приобретается еще и Void Stone для Silent. Хекс готов. 22 минуты, 24 секунды. Хекс, Vanguard. Blink Dagger, Face Boots, ну и Magic Stick для Silent. У Резолюшена лучше ГПМ. Что там вообще у Резолюшена? Боюсь даже представить. У Резолюшена Владмир, у Резолюшена Некрономикон, ПТ-шка и Quilling Blade. Но при этом 2700 на руках еще для мидера команды Empire. В общем-то, таким пиком, достаточно обычным для этого года. Единственное, что с Урса, который нечастый гость был во все годы International, насколько я понимаю, насколько я привык видеть
единственный Урса выбивается из данной стратегии. Но вместо Урса, я думаю, любой другой мог бы быть керри с достаточно быстрым каким-то дэмэджем. То есть, например, кого могли бы мы выбрать? Ну, например, тот же Клинц зашел бы сюда тоже на 5 с плюсом. Клинц под стрелами, под ускорение, под всем этим. Ну что, у нас поймали Сайлента. Сайлент через Black Hole, через Midnight Pulse под ноги, через всех тараканов от Эры. Стяжка пошла у нас от мага. Умирает в итоге Сайлент. Ну и Ванскор потихоньку, понемножку, но допиливает у нас Эру. Еще становится 19-8. В Primal Split уже Трикси. Fly вместе с Ноутейлом. Бегают рядом. Ноутейл дальше прыгает за Ванскором. Ванскора развалили. Гем потерян. Гем будут ли забирать? Пока непонятно, гем вроде как забрали, гем подобрал маг. Команда Empire, по сути, гемы не потеряла для себя. Ну и убивает у нас еще и Ноутейла. Дальше погоня за Трикси. Трикси все время после того, как проюзанный Primal Split, оказывается в таком вот маленьком Dota Аду. Он никогда у нас далеко не уходит. Он дерется до последнего, пока Primal... А, кстати, гляньте, вот у нас как симпатично Always on Offline на Рубике смотрится. Украл. Сориентировался достаточно быстро у нас Рубик и состилил у Трикси Primal Split. Поменьше, конечно, но пользы тоже внес файт. Так вот, Трикси. Я смотрю на него и вижу, что Трикси в каждом файте, когда заканчивается Primal Split, он далеко не уходит, он не отводит необходимую панду, и он просто стоит и мрет. Как только закончился Primal Split, он что-то типа... Вообще не нужна мне такая жизнь без Primal Split, а лучше я сольюсь. Ну что, от Хани пошел Stone Gaze, Always on Offline, на лоу хп, еще и под тараканами от Эры. Погоня за Сайлентом. У Сайлента есть Хекс, видит Эру. А у Эры, кстати, есть Линкен Сфера. С Эрой просто так не поиграешь. Сайлент на лоу хп, Сайлент развалился. Always on Offline байбекается просто на мидлейн. Понятно, что здесь будет замес. Дальше погоня от команды Fnatic, прыгает Трикси. Что? Рубик у нас Рэббит украл. Нет, Дранкен Хейс, безусловно, украл у нас Рубик. Это все 2014 год и Дота после обновлений, когда смотришь реплей, какие-то олдскульные, показывает просто невероятные вещи. Например, вот это у нас... Я потом вам попозже покажу. Ну что, мага поймали. Маг теряет гем. От Резолюшна уже третий Некрай. Тут одни уже Некрай неприятности столько вносят команде Fnatic, что просто не вывезти. Правда, теряют у нас только Ноутейла игроки команды Fnatic. Сами забрали уже трех героев. 23-13 становится счет. Трикси смелый. Трикси не очень умный в данном матче, но при этом чертовски смелый Трикси. Он во все замесы, в самый центр, в самую гущу. Прыгает, врывается. Бейте меня. Бейте меня все. Ну и Empire по голде здесь потеряли немножко. И по экспириенсу тоже. 7000 скатываются до 3,5. По графикам, в общем-то, ситуация в любом случае в пользу команды Empire. Давайте посмотрим общий нетворс, кто у нас да как. Вот о чем я говорил. Хани в любом случае свое вывести должен был и вывез. Monkey King Барс покупает себе Медуза. Не очень привычный на данный момент для Медузы артефакт. Сейчас у нас Медуза больше как-то к Скади. Склоняется Скади, Манта Стайл. Ну и всякая ерундистика. Тот же Мьёлнир, там Медуза. Ну, у нас там Медуза без Мистик Снейка идет. Это просто такая машина для убийств. Просто перевозная тачанка какая-то, которая будет просто стоять и наваливать по всем и каждому. Ну и до сих пор Манта Стайл не приобретает себе Хани. Ну, просто потому что денег нет. Тоже надо это понять. Ну, я думаю, сейчас вопрос на 1-2 минут. У Хани Нетворс уже практически такой же, как у Резолюшена. В общем-то, второе место на карте, ну и топ Нетворс в своей команде. Эра уступает на 1500 своему же тиммейту. Сайлент обгоняет Эру, но при этом уступает у нас Хани. Ну и Резолюшен держится в топе, у него на 800 голды больше, чем у его ближайшего преследователя. У Резолюшена уже практически готова кераса. Команда Empire в этом случае фармит просто как чокнутая. 533 у Резолюшена, Нетворс это до 30 минуты, 500 плюс это... Хочу вам сказать, достаточно плотный Нетворс. Это потом уже прирост идет огромный. И 10 крипов в минуту это не проблема. После там 30-40 минуты. До 30 надо конкретно запотеть, чтобы иметь такой Нетворс. С другой стороны, команда Empire снесла вышки до 30 минуты. Все абсолютно вплоть до хайграунда. Единственное, что на ХГ Empire
по мелочи только заходили. Ну, здесь тавр подковыряли, не снесли. Ну и внизу все вышки сорвали. Ну что, на эру пошел у нас выход. Линку Эри сбили. Эра у нас сейчас в сайленсе. Ну и Эра просто не успевает. Просто не успевает провязать таймлэпс. Никто не дал ему возможности. Сало так и не выпустили. Always on a fly еще и Шукучи крадет в этом файте. Поэтому на ближайшее время в некой безопасности саппорт команды Empire у нас находится. 6000 голды Empire. По экспириенсу они слили все, что выигрывали. Они выигрывали 7000. Сейчас спустились где-то на 500 в минус. И опять выходят вперед. Это уже на 28-29 минуте. Давайте по саппортам пробежимся. Что у нас вообще в Fly? Fly 301 ГПМ и XPM у него 316, 127 крипов, 3,5, 11 средний КДА для Fly. Ну что, красавчик, в принципе. Но сейчас 0,615 из общей статистики немножко выбивается. С другой стороны, плюс есть плюс. 15 ассистов для саппорта очень даже ничего. Не будем забывать, что команда Empire не против проходной команды играет, поэтому саппорты здесь отлетают просто как дети. Спокойненько. Тот же Хани через райт-клик всех этих Always on a Fly'ов, того же Ванскора, естественно, разбивает достаточно быстро. И мы видели, что под Стоунгейзом творится с Рубиком, что под Стоунгейзом творится со Скайрос Магом. Так что неудивительно, что команда Fnatic с саппортами разбирается. Ну и не будем забывать, все-таки это International. International на тот момент с рекордными призовыми. Здесь каждый как в последний раз рубился. Ну что, Resolution у нас поймали в Black Hole. Resolution в собачьей своей форме, но убежать Resolution просто не дает. Через Primal Split своими тельцами брюмастерскими подстопили Resolution. Из Midnight Pulse так и не выпустили. Ванскор поймал у нас кирпич и даблкил в итоге от Эры. Так закрыл как-то Трикси Эру, а Эра по-тихому из-под мышки Трикси просто настреливал. Ну и Сайлент пришел мстить. Хани поймали, Хани теряет Эйджис. Команда Empire готова сражаться дальше. Как я понимаю, Лосс он оффлайн на хайграунде. Маг здесь. Волов реплика у мага есть. Есть также у него Шивас Гвард. Ну и просто отсюда Сайлент уходит. Без БКБ спокойненько тэп-аут сделал элементарным образом. Кликнул, улетел. Не хватило ХП, точнее не хватило дэмэджа команде Fnatic, чтобы развалить у нас керри команды Empire. Маг по-быстрому пытается отсюда свалить, но по идее от Эры уходить не должен. Маг, ну, даггер сработал. Маг в итоге просто отсюда сваливает. 31-я минута подходит к концу. Команда Fnatic проигрывает по фрагам 15-24. А по голде понемножку, по чуть-чуть, но отковыривает от Империи необходимые баллы. Кстати, вот говоря о резолюшене на Ликане, так это прям мета всех мет для команды Empire на тот момент. Ликан в 97,7% попадал у нас в пики и баны команды Empire. Команда Empire прям влюбилась. У резолюшена все хорошо было на этом герое, было и остается, в принципе, на этом герое, поэтому герой настолько пикабельный, что действительно завидная статистика по нему. Ну что, пошла у нас стяжка от мага. Wall of Replica просто роскошный здесь. Хани должен, по идее, отваливаться. Нет, Хани на лоу хп, на 50 просто отсюда сваливает. В итоге Silent. Лоу хпшный отсюда уходит. Пытается дострелять его еще здесь. И Эра, Resolution на лоу хп. Resolution поймал у нас стан от Ноу Тейла. Ну и здесь под Малифейсом хрен уйдешь. Даже если ты быстроногая собака. И Resolution отъезжает у нас в таверну. Сайлент где-то рядом, старается еще подраться. Ну, рисковая, конечно, ситуация. В итоге у нас выкупается Fly, в итоге выкупается у нас Эра. И мидлейн команды Fnatic сыпется. Эра дальше за Always on a Fly. Трикси цепляет Fly, а Fly в Шукучи и бежать отсюда. Кстати, посмотрите на Рубика. Fly все необходимое уже имеет. У него есть Dagger, у него есть Turn of Shadows, Аркан Буцы, всего понемножку, по чуть-чуть, но Рубику этого предостаточно. Что, собственно, нужно? Ну, надо состелить какой-то хороший скилл и хорошо его провязать, а после этого спокойненько сваливать. И Шукучи тут прям великолепен конкретно, чтобы подойти на позицию какую-то удобную для стила, подождать, пока кто-то что-то важное кастанет, и после этого
со стиль идти свалить, например, на том же даггере. Поэтому Шукучи здесь скилл, который позволит забрать классный скилл. Как, например, Hand of Midas у нас. Потратить деньги, чтобы заработать больше денег. Empire держится на позиции 6000 по золоту и по экспириенсу проигрывают 2500 своим оппонентам. Фнатики здесь превзошли своих противников. Чем, собственно, игра Empire отличается от сегодняшней? Давайте разберемся. Resolution как стоял на мидлейне, так и стоит. Resolution никто не поменял. Кэп на данный момент команда Empire у нас стоит на мидлейне и является, наверное, одним из наиболее сильных мидлейнеров СНГ Доты. Не только СНГ, но, скорее всего, и в Европе, судя по выбору компании Valve и приглашением на International 2015. Empire тут и правда у нас превзошли практически все европейские коллективы. Поэтому Resolution смело можно относить к одному из самых серьезных мидеров. Прошло то время, когда Resolution был молодым и перспективным. Он по-прежнему молодой, но теперь не перспективный, теперь хороший, уверенный в себе игрок. И такая важная миссия еще на него выпала. Дали капитанство, и он с этим справляется просто на ура. Ну, я помню еще Resolution времен Power Rangers. Как-то было все ярко и интересно. Resolution, который, например, на виспе у нас стоял. Мидлейн за пейеров и потом наказывал новей этим же виспом. Да, команда пейер тогда проигрывала, но просто не занимать было Resolution ни наглости, ни скилла. И тогда все его называли молодым перспективным. Примерно таким, как сейчас называют Йоку. Или совсем недавно называли. Вот. Йоку здесь, естественно, нет еще. В команде Empire данного героя игрока не было. Его роль выполняет маг. Ну и маг, естественно, здесь не сплоховал. Как минимум в данном матче. Мага все хорошо. Я смотрю среднюю стату по матчу. В общем-то, она достаточно приличная. И из общего вида команды Empire не выбивается. Ну, не будем забывать, что Empire тоже не в лучший свой турнир провели. Или, может, просто соперники были не по зубам. Но в любом случае, показатели у Empire были невысокие в связи с тем, что большинство матчей все-таки Empire проигрывали. Когда ты проигрываешь, вряд ли можно представить, что ты по нетворсу, по ГПМ обгоняешь своих оппонентов. Ну что, NoTail просто с хайграунда по Сайленту Black Hole. Stonegaze от Медузы, Always Wanna Fly. Забирает Мелифейс. У NoTail, как хотелось Black Hole взять флаю, не получил. Ну и просто импедусами Fly закидывает у нас Always Wanna Fly. Always Wanna Fly отправляется в таверну. Silent. Silent. А что Silent? Silent, я так понимаю, сырок у нас съел. А где Aegis? Где Aegis? У кого? NoTail сразу после смерти байбекается и назад файт. Ну и здесь под Wall of Replica развалили Trixie. Хани на лоу хп. Дальше погоня за Хани не идет. Команда Empire двоих убила. Забрала сыр Aegis. Я не увидел для кого. Упал. Сейчас узнаем. Эра, NoTail, Trixie. По-моему, уже нету, да, у нас? Да, уже нету. Уже рассыпали. Ладно, это уже такое, это история. Ну и команда Empire поднимается у нас на хайграунд. Они развалили Т3 по нижнему лайну и просто спокойненько отсюда отходят. Resolution через Shapeshift просто убегает, а там уже делитесь с кем хотите. Некра, крипы, разбирайтесь. По чуть-чуть, понемножку, но команда Empire откусывает куски базы коллектива Fnatic. Ну и продолжение у нас экшена на карте. Midnight Pulse под ноги. И все это очень неприятно для команды Empire. С другой стороны, Fnatic здесь явно не дофармит. Тут команда Empire просто идет и уже давит своим перефармом по коллективу Fnatic. Эра вроде старается мансить. У него уже есть изолятор, у него есть линкенсфера. Но, например, от Resolution Эре приходится бегать. Да и от всех приходится бегать Виверу. Обычно виверы, если нормально фармят, то им даже и манси через те же шукучи, ну так, просто между прочим, чтобы
вообще не потратить хп. Здесь Эра прям это жизненная необходимость у него через Шукучи бегать по всей карте. Забрали Флая, забрали Ноутейл. Игроки команды Empire сами потеряли только Рубика. Резолюшн. На лоу хп висит на нем таракан, и за ним увязался здесь Эра, но Эра вовремя развернулся, переключился на Сайлент. Резолюшн на лоу хп отсюда сваливает. Маг тоже на лоу хп, практически без маны отсюда убегает. Ну и все, маг покидает у нас файт. В итоге Empire подарили, я так понимаю, кучу денег команде Fnatic. Они выигрывали 8 по голде, по экспириенсу 2500. Сейчас должны подслить немного и графики в пользу команды Fnatic подровнять. 39 минут. По чуть-чуть, понемножку Empire пытается зайти на хайграунд, но пока не очень просто это дается. Ну, я не устану повторять, у команды Fnatic есть один из наиболее неприятных героев для тимфайта. Наверное, ну, по моему мнению, один из, если не самый неприятный герой в составе команды соперника. Я говорю об Энигме, и говорю об Энигме не с позиции Блэкхола. Блэкхол можно сбить, и это не сложно совершенно. Блэкхол, во-первых, можно сбить, во-вторых, переживать его, если некому бить руками. Тоже можно легко, и это совершенно не проблема. Можно с ним справиться, если ты жирный, тем более, если у тебя там БКБ какой-то, если ты в БКБ залез в Black Hole. В принципе, Burst Damage тебе не нанесут, если рядом не стоит какой-нибудь керри, который с руки тебя пилит. То есть ничего страшного, Black Hole можно пережить. А вот Midnight Pulse вещь, ну, крайне неприятная. Просто невозможно неприятная, у него зона покрытия огромная, и ХП он сжирает громадное количество. И где-то вроде Mass Fight, в котором вы якобы и сильнее, но если под ногами Midnight Pulse, то драться вообще никакого желания. Ну что, Trixie просто стерли в секунду вообще. Silent через через Sight of Us. Нет, Урса у нас вообще не участвовал в этом файте в вопросах Sight of Us. Здесь Darkseer у нас с Хексом. Я и смотрю, вроде Silent Хекс не проюзал, а как-то Trixie из формы овцы так и не вышел. Но еще есть Sight of Vice у Урса. Тоже не будем забывать. Врывается у нас Silent. Врывается на хайграунд. В это время распилили там потихонечку. Распилили потихонечку некров. Я так и не понял, чьих. Резолюшена есть некран. Мне показалось, что это некра команды Fnatic. Нет, нет, нет. Это все-таки были резолюшеновые некрономиконы. И разбила их команда Fnatic. Ну что, Флая поймали. Поймали также у нас еще и Энигму, и Хани. На лоу хп Эра еле-еле пытается отсюда уйти. У Эры ничего не получается. Дальше Silent под Iron Shell'ом. Маг под Iron Shell'ом. Здесь моношилд от Медузы вообще ее никоим образом не спасет. Ну и никто уже не отпустит никуда Медузу. В итоге даблкил у нас от мага. В таверну отправляется Эра. Trixie появляется. У Trixie есть Primal Split. В общем-то, помансить, по какое-то время поразвлекать команду Empire он мог бы. Прыгает у нас Silent на Trixie. Ну и Silent уже с Тараской. У него уже есть куча дэмэджа с руки, даже помимо того дэмэджа, который у него встроен. Тут, конечно, команда Empire не должна отпускать Fnatic. Ну, а у них и попыток никаких не было. Понемногу, по чуть-чуть, но за 40 минут команда Empire довела у нас эту игру до мега-грибов. Фнатикам отпушивать есть чем, но для этого надо чуть побольше артефактов, чуть побольше дэмэджа, да и дополнительные герои какие-то могли бы тоже поприсутствовать. Ну и команда Empire просто под Рошаном разваливает у нас остатки команды Fnatic. Ну посмотрите, что делает Silent вместе с Always on a Fly в Primal Split форме. Ну, короче говоря, команда Empire в данном случае поиздевалась над коллективом Fnatic. Я посмотрел на счет, смотрю на игру. Не сказать, да, что Fnatic серьезные соперники такие, есть помощнее команды. Ну, в данном случае команда Fnatic смотрелась не очень на фоне команды Empire. Ну что, друзья, давайте тогда смотреть, как Empire выглядели на фоне победителя этого International, на фоне команды Ньюби. Это Retro International, это 6-й выпуск от студии Игрокам ТВ. И на данный момент первую часть мы с вами закончили, и давайте перейдем к следующей. Секундочку. Покажу, что у нас следующее. А следующий у нас по списку коллектив Ньюби, который будет играть против команды Empire. Давайте смотреть, как Империя выглядела на фоне чемпиона прошлого International. По сути, самого богатого
коллектива в нынешней доте. Коллектива, который заработал максимальные призовые на данный момент в 5 с лишним миллионов долларов. Ну что, не переключайтесь далеко, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче, группа ВКонтакте, все-все-все, в общем-то, включено. Заходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами, ну и мы переключаемся на второй матч. Небольшая пауза, 2-3 минуты, и вернемся на вторую катку между Empire и коллективом Ньюби. До связи.